Короче, всем привет, дорогие друзья. У нас сегодня и Android, и Android. Вот, короче, у нас сегодня эстафеты новогодние. Вот. Оцените мой шапку от 1 до 10. 0. Миллион, я знаю. Короче, надеюсь, что команда сегодня выиграет, потому что в том году мы выиграли эстафеты. Пишите про шапку 0. Я не буду так писать, мои хорошие подписчики. Пишите. Мы сейчас их выиграем. Вот. А ты проиграл. Ладно. Я? Это больше ты, конечно. Если будет всего одной команде, то мы выиграем. Вот. Плюс вайп. Плюс вайп. Извините, лыжи, ребят. Ты его лыжи. Короче, меня определили в команду. Вот у меня не нравится команда. Да. Вообще, лютый дизлайк, короче, мне не нравится. Я ну так. Короче, смотри, сколько здесь всяких... Пап, будем в тренинг играть? Да, конечно! Смотри, сколько здесь... Давайте, не сдавайтесь! Давай, беги! Давай! Давай, беги, беги! Давай, удерживай место, давай! Короче, мы идем третий, вот, я расстроена, если честно. Я хотела быть первой. Мы с Никитой на команде, я думаю, мы первой будем. А тут там, а звучит... Ой. Давай, Андрей, разрывай. Ну, ребят, конечно, вообще. Короче, эстафеты закончились. А, мы последние. 4 из 4, так сказать. Это было бы нормально, если бы не один прикол. Сейчас, ребята, я пройду и вам скажу все. Тут нас тут забраться. Молодцы, ребята, умнички. Когда я начала монтировать это видео, я приняла решение не рассказывать про эту ситуацию, так как она достаточно личная и не надо ее выносить на всеобщее обозрение. Но я просто скажу то, что нужно всегда бороться до конца и цепляться за любую возможность. Все, короче, мы хаваем. Вот так. Смотрите, тут пирожочек. Ладно, вот, короче, такая вот еда. И сок для избранных. Я взяла в тренерскую. У меня такой подарок. Давай, я говорю. Вадим, у тебя что? Сейчас, у тебя ничего. У него то же самое. Ура! Покажи свой подарок. Который по цифрам. Ура! Делаем вышки, я уже все сделаю. А, они вот еще делают. Потому что завтра контрольная тренировка. Класс. Только тут музыки как-то грустно там. А, вот. Ладно. Пошли в хоккей. Сейчас я лыжи сделаю. Тоже держишь? Сейчас я лыжи сделаю. Тоже держишь? Я? Да. У тебя тут порвано. Говорили. Так, время у нас 15:38. Я пошла играть в хоккей. Вот. Кстати, зацените, что мне подарили для тренера. Так мило. И вот это я вроде уже показывала. Они ждут. Что это такое? Ладно. Вот они. Что crazy. Я вообще-то влог снимаю. Вообще-то влог. Ой, как отблизить? Вот. Отблизить. Отблизить. Надо мне отбежать? Ладно. Сюда идем. Давай. На водничке. Сама. Сама такая. Пока, Ир. Короче, мы сейчас в Глобус покупаем подарки для друзей, там, для близких. Вот. Посмотрите, сколько здесь людей. Вот за что мне нравится предновогоднее время, когда люди приходят, такие, значит, покупают подарочки. Это так мило, прикольно. Вот. Такой мне понравилось. Давай, попробуем. Просто, блин, я бы купила бы, но цена, конечно, да, класс. Я просто в шоке. Подарите, пожалуйста.
Я хочу себе такое. Пожалуйста. А можно огромное яйцо? Ну, все, ладно, я не буду его есть, потому что оно большое. Еще люблю всякие новогодние наборы. Это прям вообще кайф. Ну, типа, вот таких вот. Короче, мы сейчас встретили свою подругу из школы Лизу. Короче, она сейчас учится в другом городе, но она приехала в Щелково на праздники. Вот мы только что встретили, я так счастлива. Вообще прям. Лиза, если ты смотришь, Лиза, то вот это тебе. Лиза. Клево. Не исчезай. Лиза. Вот, короче, смотрите, смотрите, какие тут бомбы интересненькие. Плюс вайп такие, прям, плюс вайп. Минус вайп. Лиза. Сына, минус вайп. Не исчезай, Лиза, не улетай, будь со мной так, что-то много, Лиза. Я вот такую возьму, милая. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня уже 31 декабря, я задержалась на один день, к сожалению. Вот, я уже сейчас собираюсь на место, где мы будем праздновать Новый год. Итак, что произошло за сегодняшний день? Мы пробежали контрольную тренировку классикой 5-100. Мне не понравилось, потому что, мне кажется, я очень плохо пробежала, вот. Мне было очень обидно, я даже поплакала чуть-чуть. Ну, как обычно, это же я, кто бы сомневался. И сейчас я собираюсь, ну, как я уже сказала, в принципе, в 9 часов мы должны встретиться, и мы поедем на дачу к моим друзьям. Вот так. Время почти 9, мы сидим в машине. Ура! Вот, короче, мы сидим в машине. В прошлом году мы были бы уже все на даче. Да, да, кстати, факт. Ладно. Плюс вайп. Дави их! Вот их дави! Жесткий плюс вайп, я так люблю просто. Все пройдет, вам немножко не везет, все пройдет. А чего душа поет, дело просится в полет. Новый год, Новый год, Новый год. А чего душа поет, дело просится в полет. Новый год, Новый год, Новый год. Туда. Новый год, Новый год. Прям шампанское открыли. Ура! Может, слышно песню? Она такая вайб. Я не знаю, осталось до Нового года 24 минуты, вот. Веруха. Вообще вайб, вот. Извините бабочек, они такие прям классные. Я хочу на тренировку. Ладно. Короче, время 2:28 на 2:08. Вот, и все, короче, сейчас уезжают. Короче, блин, ребята, не знаю, что вам сказать. Я думала, Новый год был прям вообще жесткий веселый, а он не такой уж веселый. Но зато теперь я знаю, что если даже он не веселый, то это не означает, что год так же пройдет. Да, тот год это уже показал. Да, прошлый Новый год был вообще очень классный, веселый, крутой. Но, блин, был ужасно на самом деле. Очень тяжелый год прошел, поэтому это не показатель. Тем более, тише едешь, дальше будешь. Да, тише едешь, дальше будешь. Сейчас как раз лягу спать, высплюсь, может быть, наконец-то в этой жизни, наверное, не знаю. И все будет нормально, наверное. Итак, всем привет. Сегодня 1 января, 14:05.
Короче, я уснула в 4 часа утра, проснулась в 10, вот. Так скучно было, если честно. Поэтому сейчас мы начали выйти погулять. А, кстати, из детей остались только мы и Миша. А остальные уехали. Потому что... Блин, такое желание жестко на лыжах покататься. У меня нет лыж с собой. Кататься негде. Как вам место? Топ вообще. Мне, кстати, на самом деле тут кайф. Поле. Сейчас я вам покажу по-нормальному. Сейчас пройдем, и я вам покажу. Я сейчас нахожусь. Красиво, конечно. Кстати, похолодало за ночь до минус 13. Еще вчера днем было плюс 1, а сейчас уже минус 13. Я такая просыпаюсь, а там солнышко, и я поняла, все, на улице мороз. Вот. Но я, кстати, люблю морозы. До минус 20, в принципе, приемлемо. Так, ребята, время уже у нас почти 9. Завтра пойду уже на тренировку. Закончились эти 3 дня. Было, кстати, очень интересно. Я люблю предновогоднюю суету. Хотя в этом году не особо ощущалось... Вернее, в прошлом году. Не особо ощущалось вот это наступление Нового года. Но все равно было прикольно. Кстати, зацените. Как вам эта штучка? Желаю всем в новом 2024 году никогда не сдаваться, радоваться мелочам, наслаждаться этой жизнью, наслаждаться моментом, моя любимая фраза, вот, чтобы все у нас было хорошо, чтобы все наши мечты сбылись и цели, чтобы все реализовалось, получилось, и да, чтобы 2024 год прошел отлично, намного лучше, чем 2023. Всем спасибо за просмотр, всем пока!